Открываем куклу. Всем привет, вы на канале Ксюля. Сегодня мы открываем куклу Штепи, Иди и Близняшки. Да! Мама, спагетти! Ну что, давайте Мама. Открывать. Да! Я с Ксюшей буду открывать Бетти спагетти. У меня волосы есть, как вот спагетти. Вот такая вот у нас Они Бетти спагетти. А у нас вот такая Штефи. Уйди. У нас Штефи. Штефи с близняшками. Да. Так. Ох, здесь они налепили столько скотча, что просто ужас. Что же нам делать, Ксюша? Не знаю. А я половинку. О, я нашел вход. Уля, мы уже близнецов. Смотрите, вот такие вот у нас близнецы. Ой. А какие близнецы? Они реально похожи. На. А мы нашли вход и тоже сейчас будем открывать. А мы вот так вот по злому все открываем. Мы ж большие и злые. Так, держи, раз. Ух ты, а здесь еще что-то есть. Держи. Это не Шопкинс, мы просто, наверное, какие-то сюрпризы. А это, по-моему, ее руки. Давайте посмотрим, что здесь. Пойдите гулять, Шопкинс. Так, вот тут куча резиночек. Здесь, по-моему, запасные руки. Это запасные руки. Это точно запасные руки. Да, это руки без одежды, это на ней руки в одежде. Да, на ней руки с рукавами, а эти для запасных. Уля, уже. Уже ложит спать. Да. Одного ляльку? Уля, как зовут малышей? А здесь у нас вот такая вот подставочка от Бетти спагетти. Да. Я открыть руки пытаюсь. Давай помогу. На, у нас вот такая кукла Штепи. Ребята, всем привет! Подписывайся на канал Ксюля. Она беременная. Нет, она не беременная. Беременная это другая. Это уже все. А, это уже прибеременная? Да. Прибеременная кукла Штефи. Или перебеременная. Вот такая вот есть соска для малышей. На, соску для малышей. У Бетти спагетти даже волосы как спагетти. Ух ты. Ну давайте, вы уже распаковываете свою куклу. А мы продолжим распаковывать Бетти спагетти. А у нас здесь остались всякие тут мелочи. Ну показывайте, показывайте. Давай, давай потом снимать. Сейчас. Мячик, игрушечка. Ой, укатился вот такой вот мячик. Тарелочка, чтобы кормить наших близняшек. Вот такой вот мячик. Вот, на, я все здесь ложу. Вот такая вот погремушечка Мишка. Вилочки, ложечки. Ой, а шарик все у нас укатывается и укатывается. Еще такая вот игрушечка, цветочек. Вот такая вот у нас коляска. Вот. А там Уля уже положила лялю. Вот бутылочка. Уточка. Еще какой-то такой кубик. Рубик. На, и еще такая поилочка, бутылочка. А я уже. А вот и наша погремушечка. А Ксюша там воюет с Бетти спагетти. Ну давай, ты уже что, ей голову сняла? Давай ложить ляли. Давай пускай Штефи катает лялю. Смотри, Штефи так может. Хвостик. Так вот. Оп. Смотри. Оп. Оп. Руки. Ой. Опа! А вот наша Бетти спагетти. Привет! А я тут иду, катаю своих близнецов. Эй, не мешай нам! Не мешай! Наша очередь! Вот. А вот и я. Бетти спагетти. На подставочке. Вот. Сейчас меня будут переодевать. А вот, смотри. Вот и я. А вот у меня вот такие вот. Катаю близнецов. Вот, смотри, какие у меня волосы.
Ты так не можешь. А я иду. Ай, ай, улетели волосы. Улетели волосы. Смотрите, эти спагетти можно даже косу заплести. Да. Ой. Уля, твоя штука. Так, ну что, давай дальше смотреть, что у нее здесь. Бусинки. Бусинки. Ей на голову. Ей на в косу можешь вплести. Давай. На голову можно. Ой, улетела. Так. Опа. Ух ты. Вот еще у нее такое вот платьечко. Вот такие какие-то на волосы, наверное, пружинки. Так, вот. Давайте волосы, пружинки достанем. Волосы спагетти. Волосы спагетти. Вот. Смотри, какие у нас есть еще спагетти. Жалко, их нельзя вместе прицепить. Было бы красиво. Кучеряхи сравнивают. Да. Давай, давай, давай. Ой. Вот такая притча получилась об эти спагетти. Можно еще на конце вот связать. Она, можно, видишь, было связать. Можно было связать. Да, переодевай эти спагетти. А вот у нас есть еще прическа. Вот такая вот. Еще есть вот такие вот заколочки. А Уля там все еще. Близняшка, вот еще вот такие, давай, вот заколочки у нас есть. Одна. Что-то как-то Уля не хочет. Не хотят они решили, вот, что они уже выросли. Вот еще одна заколочка. Привет. А вот и Бетти спагетти лысая. И без друга, и без друга. Да. И вот у нас такая вот третья заколочка. А вот моя булочка, мне голову отрубили. Знаете, ботинки. А вот все, что осталось от Бетти спагетти. Одни ноги. Ноги-палки. Бетти спагетти разрубили. Одевай, давай. А вот еще одно туловище. Она сука. А где голова? У тебя рука? Точно. А, вот, это же рука Бетти спагетти. Ты перепутала. Это моя рука. Дайте мне мою ручку. Дай ноги. Так, ботинки же надо одеть еще. А вот еще и ботинки такие вот классные. И Ксюша собирает эту Бетти спагетти. Спагетти есть. Оденем вот такие. А руки? Руки. Про руки забыл. Уля, где наша вторая рука? Вот, рядышком с тобой лежит. Вот твоя вторая рука. Пить. А Уля-ляль. Поет. Пока мать там валяется. Смотрите, какие у меня большие боты! Ого, ничего себе! На, становись на подставку. Давай, Бетти спагетти. У нас есть такая модельная подставка, где можно встать. И Бетти спагетти будет стоять, и можно будет ее увидеть. Что, давай я, может быть, вот такую вот юбку оденем? Вот красивая такая, с блесками, переливается. Давайте ее опять переодевать! Давайте. И вот такие вот оденем. Босоножки. Давай. И в эти спагетти тут новый превращается. Точно. Ну что, давай, может, я тебе помогу? Ставлю ноги. Не надо, ну хорошо. Сама. Давай, собирай эти спагетти. Так. Вот. Это моя голова! Это Бетти спагетти.
Да. Так. Так. Пятнет. Ужас какой. Ну, пои ее быстро. Вот у нас руки еще одни есть. Нет, вот эти руки. Она пить хочет. Что это? Это резиночка. Резиночка. Да. А мы с Тэфи забыли снять штуку с волос. На резинку. Сейчас мне хорошо. Так, там Ксюша уже почти собрала на обувь праздничную. Это Петя Бетти. Да, это Бетти. Бетти на танцы идет. Да, а голосы идет Бетти на танцы, только Ксюша вот ножки перепутала местами. У нас Бетти спагетти какая-то получилась. Разноногая. К ней подружка пришла. У меня сегодня день рождения. С днем рождения, Бетти спагетти. С днем рождения, Бетти спагетти. Ну, становись на нашу моднявую подставочку. И будем ей заплетать. И вот такая вот. Я хочу ей заколочку положить. Давай ей заколочку. Я хочу ее заплести. Ну, заплети. Покажи всем, как надо плести. Так. И рассказывай, что ты делаешь. Вот так вот прядочку. Ви-ви-ви-ви. Привет. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Ксюля. Всем пока-пока. А Ксюша будем... пошла дальше заплетать косу. Да, правда волосы отрезать.